Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Суперспасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятки, слушаем главный хит этого лета. Трек. Спальняк петь. Ебать. И... Это альбом 2023. Это главный хит этого ебаного лета. Юль. Всем хорошего настроения. Да, это первый сольник. Появился с нихуя и уже взорвал колонки. Да вы не знаете, кто я, и представляете собой нихуя. Мне поебать на ваши голоса. Я хожу по головам, возможно. Ребята, ну вот голос, начало прям великолепно. Голос очень красивый. Мне очень нравится его голос. Очень нравится, ребятки. И начало такая музыка. Тын-тын. Все нравится, ребятки. Немножко матик есть. Ладно, давайте. Пока это был мини-матик. Пока мини-матик был. Можно я немного перебрал, но откровенно я хукал на всех. И мне похую, кто я, андердог или ебаный бог. Вы, блядь, никто и помрете под мостом, слушая мое творение. Сука, я читаю одним тейком и ебашу, будто Джейсон Стэтхэм. В моих треках я пою лютую мерзость. Бля-бля, дайте воды, дайте воды. Ща пизда всему будет. Сука, я был на перестрелках, твой батюк похож на девку. Я будто в фильме про успешность. Все эти люди... Ну, у тебя голос очень красивый. Ну, матик, прям матик идет. И смотрят на меня и просят фотку, а ты добился нихуя и все пиздишь, как будто ты успешнее меня. Смотрю на ебланов свысока, пойми, где ты, где я, это социальный статус, детка. Все люди сперма, плачешь за моим окном, тебе не помогла таблетка. Кушаешь таблетку, получаешь сперму. Твой брат хуеблёт, я намазал ему рот. Юля, я ебал твой рот. И Маша, я тоже ебал твой рот. Дала мне часы за сотку, в своих словах уверен, мне не нужно водку. Никогда не сяду за решетку, заливаю в кафик сотку. Я не рэпер, как моё, я ваш шлюх ассасин. Убиваю людей, да я ассасин. Мой хуй прекрасен, твой хуй ужасен. Сегодня ушел с дома и был в подвале. Меня там не ебали. Я был на шашлыках, уебал на шашлыков. Я нашел шашел, ебашил, как будто я машил. Я в музыке всего лишь месяц, и это не последний танец. Так, друзья, что скажу? Во-первых, у него очень красивый голос. Голос-то есть. И знаете, вот он и читает, он ведь рэп как красиво. Вот вместо этих матиков, да, что-нибудь такое красивенькое, да? Ему цены не было. Ну почему так много матиков-то у тебя, а? Ты говоришь, начал только заниматься музыкой. Месяц, говоришь. Ну ты уже какие-то успехи сделал. Во-первых, музыка красивая, мне нравится, такая, знаешь. Такая, минимализм музыки. Да, ничего лишнего. Именно про твой трек вот. Не именно вот под слова, а под исполнение трека. А если бы там были бы другие слова? Тебе бы цены не было. Если ты только месяц в рэпе, месяц поешь, ты говоришь. Тебе бы цены не было. Голос очень красивый. Читаешь очень хорошо, умничка. Давай немножко слова меняй. Пока, друзья.